Здравствуйте, вы слышите ангельский голосок Алексея Халецкого. Это продолжение ФФА сериала на четверых Sid Meier's Civilization 5. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала, а не с середины. Ну а всем остальным, продолжающим просмотр, приятно провести время. Другая цивилизация. Мне надо Бухарест. Только покорить и культуру с него получать. Индус, а ты видишь землю там, где скаут твой стоит сверху? Да. Где бы ты там город поставил? Ну, наверное, на лесном холме, который выше камня. Вот. Клетка, которая там, где слон стоит. То есть ты не на реке хочешь поставить? Ну да, там обработать реку, а сам город на реке. Ну, наверное, да, тоже неплохо. Больше ресурсов захватит. Что у нас там за религии? Таизм, деньги и продукция, католицизм, 100 денег и пагоды. Не знаю, просто датчанин, видимо, решил, что это прикольно взять, потому что явно у него не особо много веры. Я уже догоняю по жителям Карфаген. Я уже на втором месте по жителям. Скоро у меня еще долгий золотой век начнется.
так понимаю, Зевс Карфаген построил, да? Нет. Нет? Датчанин? Вау. А я думал, Карфаген готовится Полинезию сносить. Я чисто в оборонительных целях. Может попробовать Мачу-Пикчу бахнуть? Да, 70% чудес я построил. Нашел чем гордиться. Да блин, стоит-то больше нечего столиться. Строишь всякую херь. Странно ты чудеса херью называешь. Я бы предпочел фабрики и ГСки. Леша, что за лодку предложишь? Ну, скорее всего, тебе надо предлагать, что ты хочешь за лодку. 120 копеек. Хорошо. Себестоимость лодки дороже, чем 120. Мало просишь. Лодка 130 стоит. У нас скидки сегодня. Распродажа. Видишь, он конвертирует деньги в производство в деньги. Один к одному. Полинезиец наконец-то разъелся. Ну, более-менее. А что, хоть еда есть, промки нет. Ну, золотой век. Красиво выглядит.
Не, открою, наверное, свой форт. Вряд ли тут ко мне пойдут на арбалетах. Что он культуру, две культуры дает форт. Ну и тем более он защиту будет давать. Я его построю. Клеточки. Да, я, наверное, этого скаута продам. Это мне старокот кидали, нафига тут скауты. В принципе. Я бы, конечно, Мачу-Пикчу построил, но... Я его могу построить только в Мумбаи, где производства практически нету. Хотя 10 ходов. Ну, то есть через 13. Но я думаю, кто-нибудь уже его строит. Вряд ли. Ну, вообще я вижу, что у людей нету... Барабудур. Интересно, кто? Датчанин. Два, ну, в принципе, мне пока не нужно. Я не думаю, что надо спонсировать счастьем, когда мне не нужно счастье. Несешь карьеру, Кашхудин? Полинезу? Да. Но я не укрепил еще. А то построил ты, Брабутур? Нет. Этот, датчанин, скорее всего. Ну да. Трюфели нужны кому-нибудь? Пока не знаю, 4 хода подожду. Скажу. Хотя ты знаешь, похоже, у меня будет вера. Ну, у меня, конечно, тут очень неплохо все выглядит с демографией. Меня волнует только датчанин на данный момент, потому что я думаю, что у него тут горы, и он может неплохо там развиться. Ну, второй по населению, наверное, полинез, но третий датчанин. Третий датчанин. И с другой стороны, у меня сейчас золотой век, то есть это все красивое в золотом веке, а когда он закончится, что будет?
Это видео выходит при поддержке глобальной космической стратегии consoleworld.ru, и там появилось дополнение с новым балансом. С нуля в игре за 5 минут выход в космос, за полчаса развитие до фрегата, через полтора часа уже можно кромсать ящериц. Заходите на consoleworld.ru и не забудьте после регистрации ввести кодовое словосочетание «Лёша Рептилоид». Поставил дальше в очередь гильдию артистов и гильдию писателей уже, потому что, во-первых, и Бухарест хочет артисты, и у меня чеченица, то есть золотые века пускать. Может быть, надо было не раньше, но пока так. Мой красный форт открыт. Датчанин, давай ты не будешь Бухарест обращать. Тогда давай ты мне медь обменяешь на трюфеля. Тогда не буду. Да я же могу твоего пророка этого просто убить. Тут как-то... Ну, убивай. Ну, ладно.
Я не хочу свои просто пансиона своего лишаться, который дает культуру от выгонов. Ну и, соответственно, 100 денег еще датчанину давать зачем? Он там укрепил силу около своих городов, пагоды, мечеть. Ну, хорошее верование, хорошее. Если у него будет, если у него достаточно веры будет купить пагоды и мечеть, то это неплохой бонус. Эх, 144 веры. Основатель. В смысле не дал основатель? У меня написано еще одна религия доступна. Да, не, да, еще одну можно. Мечеть это забрал. Не дал основать нормально. А, нормально. Ну там еще много чего хорошего. Так, Бухарест. Еда, счастье. Покупать. Я думаю посадить пророка и принять что-то вижу. Не знаю, сейчас подумаю. Энди хочет основать, да? Я не буду основывать религию. Он, кстати, может купить Бухарест, у него там тоже дофига денег. Мне проще на генерацию посадить, а взять что-то веру. Похоже, это будет католицизм. Я могу его тебе даже принести. Неси. Ну ты давишь, ты, если Карфаген ничего не будет делать. Зачем мне что-то делать? Ладно, неси католицизм. Хотя подожди, что там за пантеон? Нет, знаешь, не неси, наверное. Ну ладно, сам придет. Не это на мечети построено. Не нести из-за пантеона? Крутой пантеон, кстати, у тебя лагеря есть. Один. Это что, сразу на него посмотрел? Ну, покеда скаут. Ну, у меня много джунглей, и культуру джунглей не хотелось бы отдавать. Ладно, посмотрим. Генерал? Он в честь пошел, ничего себе. Прилично. Армии, в принципе. Но берсерки... Мне уже не страшны берсерки, потому что у меня есть слоны, которые апаются в рыцари. То есть у меня будет сразу 1, 2, 3, 4, 5 рыцарей, которые по силе как берсерки. Если он у меня пойдет. Ну, вообще, конечно, можно и напрячься. Почему он не убивает моего скаута? Может, он только встал сюда? А отсюда он только городом обстрелял, а этим арбалетом он не может обстрелять, потому что он не на холме этот город. Но у него тут гор, конечно, очень прилично. Успею я золото разграбить? Нет.
успел. Столица больше, чем у Карфагена и Полинезии. Ну, золотой век закончился. Давайте теперь глянем на демографию. Ну, тут производство у Дании. Дания впереди. По армии он уже впереди, но... Это опять же... такой вопрос. Дискуссионный, потому что, опять же, я могу... апнуть свои юниты, а у него уже современные там, ну, мы арбалеты во всяком случае видели. Ничего себе, карфагенянин, ты проплыл как. Или по горам проскакал? Что? Ты по горам проскакал или приплыл? Приплыл. Путешественник. Может, тут можно пройти? Не, тут все закрыто. Можно открыть. Зачем? Что ты смотрел на мои города? Там ничего интересного нету. Я верю. Зачем? А зачем тебе армия? Сплошной снег. Кому? Мне? Да. Ну, я опасаюсь, что на меня могут напасть. У меня не такая большая армия. Всего так, лишь кучка арбалетчиков. Куда нам этого? Ну, на тундру поставим. Даже на самого не хватит. Да плохой город, зачем оно? Ну, до химии, по крайней мере. Слушайте, а с горы обзор как с холма или как с обычной клетки пустой? Как с холма. Выходит, ты видишь мой колпанк. Все вижу. Ты его уже видел раньше. Угу. Че, хороший город? Да. У меня столица хорошая. Ты, кстати, потом сможешь до рыбок дотянуться. Правда, откуда ты их возьмешь, лодки, я не знаю. Ну, лодки можно перебрасывать аэропортом? Нет. Карфаген, вот высадился там скаутом, можешь обратно идти. Обратно на воду высаживаться и плыть, куда там тебе надо. Так, что хотят? Топовое чудо угнал. Да, кстати, Карфаген, что там с лодкой? Я так и не понял. Только что закончилась мастерская и начинается лодка. Через 3 хода будет. Отлично. Или может 2. Чупикчу угоню, ну это удивительно, зато датчанин зря не построил. Судя по тому, сколько у него гор, он Мачу-Пикчу мог построить.
Ну то, что, ну, правда, он хост. То есть, если он, если в один ход мы строим, то сейчас ему отдадут. Но он там Барабуду строил, то есть такие чудеса, которые, по-моему, не самое важное. Сейчас мы узнаем, будет наше Мачу-Пикчу или нет. А это существенный прирост к деньгам, да? Ой, как обидно. Всегда в один ход это происходит. Я разве не последним зашел, или ты... Да я строил там 13 ходов долг. Ну вы оба во вторых городах строили. Да. Ну я в третьем строил. Ну или в третьем. Блин, ну в один ход это... Это стабильно. Я тут построил, а стены. Так, тут все на еду стоит. Может, мастерскую купить? Деньги нужны на ап, если что. И рыцарь. Может, это датчанин уже тут прибежал. Так, что у нас по демографии? Я первый по жителям. Ну, производство последнее, потому что я сейчас все на еду переключил опять. Мне надо расти, у меня слишком много счастья. Специи, золото, крабы. Крабы я так получу. Так что, полинезиец, трюфели или меха нужны? Или и то, или и то, и другое. Трюфели, слоновая кость. Или и то, и другое. Ну, мне нужен трюфель и слоновая кость. И пряности. Давай вот так вот. Я тебе золото нужно? Мне шелк нужен. Отлично. Так. Прекрасно. Сейчас у меня в двух городах начнется счастье. Ну, да здравствует король. А Виджая Нагари начнется. У тебя золото будет еще, Полинез? Нет, уже. Вот, Мумбаи и Прага. Ты ж видишь, там одна только. Интересно, стоит ее строить, не стоит? Потому что там явно народ на всех парах летит. В нее явно у кого-то инженер есть. Ну, попробуем. Хотя
8 ходов это долго.